Сран-сран, с вами Ариран. Смотрим сегодня на Чонгука, который поет. Не просто так, как называется видео. Чонгук, короче, без автотюна. Голос его, да, что-то вроде того. Ссылочку на оригинал видео оставляю в описании. Как обычно, это из того, что мне прислали айвики. Посмотрим. Люблю я голос Чонгука, как вы знаете. Множество уже видео, видосов его, ну, как бы чистого вокала или просто на каких-то съемках или еще где-то, где он просто так поет. Поэтому я не уверена, что здесь будет много всего новенького. Тем не менее, мне кажется, я Чонгука могу слушать бесконечное количество раз по кругу. Поэтому, да, поехали. У Чонгука очень устойчивый вокал. И это тот человек, который стеснялся петь. Нормально? Ой, блин, как это круто звучит. Представляете, ты летишь над огромным стадионом и поешь. Офигеть. Я так горжусь этим ребенком, который уже вырос и парит так высоко. Он так чисто поет, прыгает и чисто поет. Ну, типа, пустяки по сравнению с тем, как они пляшут на сцене, но все равно. Я хочу всех слушать. Класс. Вот я это все уже видела. Все равно. Правда, ребята, у него довольно-таки сложные партии. Он так отлично справляется. Слышите вот эти нотки, которыми он заканчивает голоса? Обожаю их, обожаю голос Чонгука. Сейчас я на мысли, что я прям реально мечтаю не просто на концерте BTS побывать, а где-то в неформальной обстановке, где они будут вот так вот, просто вот так вот петь в свое удовольствие, что попало, неважно что, просто сидеть и любоваться голосом. Пацаны в белых башмаках. Кокетка. Опа! Это означает, я тебя люблю в Америке на языке жестов. Выключите музыку, пожалуйста.
Довольный. Рубашка. Это еда, кстати. Как же мощно. Правда, это не его ноты, но в том плане, что это не то удобное пространство, в котором ему комфортно петь. Короче, я не вокалист, сложно объяснить. Но он так круто справляется. Так красиво. Музыка может быть сколько угодно шикарной, но их голоса — это настоящее украшение для всего. Шик вообще. Класс. Мне нравится, когда он с такой интонацией поет. Вот вообще его каверы вот такие подобные, кайф. Немножечко непривычно для Чонгука в плане их музыки. Я не знаю, ребята, что у меня глаза слезятся, с чем это связано. Наташка там балдеет. Вы знаете, ну вот это, конечно, не совсем новый видос, но он не слишком там уж старенький такой. Но если сравнивать с тем, как он пел, когда он был совсем малышок, вот эта его подача, такая невинность, она осталась по сей день. Ну, я много раз уже переслушивала, пересматривала все вот эти рекламки Пумы. Прикол. Я не видела. Караоке. Это песня Биг Бен. О, или только Таяна. Да, тут Таяна. Он как-то по-своему ее поет. Ну тут такое эхо идет и ревербация. Снова у нас ТТшечка. Он сейчас так четко подражал голосу Таяна в этом моменте. Песня реально ему подходит, под его голос, я сейчас это поняла. Класс, обожаю, когда Чонгук поет чуть ниже, а Тахён наоборот чуть выше. Все, закончилось, класс. Я, блин, правда, не знаю, мне так нравится смотреть такие видосы. Я могу просто сидеть и часами смотреть, слушать, и мне кажется, не уставать. Да, я скорее от табуретки устану, на которой сижу, чем от просмотра подобных видосиков. Отвечаю, честное слово. Ладно, спасибо большое еще раз, что прислали мне этот видосик. Шлите еще больше. Короче, шлите мне... Блин, у меня микрофон лежит на столе. Ну что это такое? Короче, шлите мне то, что сами хотите вместе со мной смотреть, и я буду выбирать. Из этого всего кидайте ссылочки прям в комментариях, нахожу все в папочке спам, все вижу, все замечаю, ничего не пропускаю. И выбираю из этого. Так что пока что все. Саран-саран, с вами была Ариран. Я всех люблю и целую.